Сломано. Thank you.
Некоторые вещи никогда не изменятся. Я позабочусь о коровах на скотном дворе. Что? Правда? Это было бы отлично! Вот увидишь, наемники быстро сдадутся, как увидят, что все коровы перерезаны. Посмотрим. Да ты совсем чокнутый, ты знаешь об этом? Если ты думаешь, что перерезать коров легкое дело, то ты глубоко заблуждаешься. Наемники стерегут их не хуже, чем собственные кошельки. Ладно, поглядим. Ты спятил? Тише, или ты хочешь разбудить мертвецов? С каких это пор мертвецы стали вставать от обычного шума? Да они вообще не встают. Скажем так, я тут немножко поэкспериментировал с древней магией. В самом деле? Да-да, и я боюсь, что все это дело пошло на самотек. И теперь я... пленник этой пещеры. Ты бывший огненный маг. Да, был им когда-то. Как и все остальные из моего сословия. Но без нашей рунной магии мы теперь всего лишь жалкие тени самих себя. Я должен отнести в Нордмар, в монастырь, одну важную находку, которую я обнаружил в этой пещере. Расскажи мне подробнее о своей находке. Это кубок огня. Очень важно, чтобы он попал в Нордмар к моим братьям по ордену. Но, как видишь, у меня тут еще одна-две проблемы.
Скажи, что ты сделал не так? Я занимался темными магическими искусствами древнего народа. Я хотел научиться заклинать, нежить. Я почти достиг своей цели, не считая одной мелочи. Что не заладилось в твоем эксперименте? Я сам связался с исчадиями ада, и вот теперь я стал их частью. Я пленник своей же собственной глупости. Если я попытаюсь покинуть эту пещеру, мертвецы будут мне в этом препятствовать. Я вызволю тебя отсюда. Думаешь, у тебя получится? Посмотрим. Хорошо, я попытаюсь, но ты должен прикрывать мне спину, ясно? Повстанцам в Акаре пригодилась бы твоя помощь. Я могу быть полезен тем, кто сохранил верность королю? Покажи мне свой товар. Научи меня своему знанию. Сейчас не могу, сам видишь. Беги, старина. Да поможет нам Инос. Вот и они. Да нет же. Ну, как хочешь. Тебе, тварь поганая. Ну как?
получилось! Я выбрался! Твоя нежить никому больше ни в чем не воспрепятствует. Слава Иносу! Мы сделали это. Я клянусь, я больше никогда не совершу такой грубой ошибки. Спасибо тебе, чужак. Вот, возьми это от меня в благодарность. Я отнесу твой кубок огня в Нордмар, в монастырь. Да, вот, возьми кубок. Я слишком слаб, чтобы самому идти в ледяной Нордмар. Надеюсь, у тебя хватит на это сил. Расскажи мне что-нибудь о древней магии. Расскажи. Акара отсюда недалеко. Я слышал об этом. Думаю, тебе не нужно меня провожать. Ты уже много для меня сделал. Я сам найду Акару. И еще раз спасибо тебе за помощь. Инос да пребудет с тобой. Неинтересно. Все возможно. И будет еще хуже. Будь осторожней с тем, что говоришь.
раз уж это настолько необычно. Не знаю, прав ли ты. Вонючая тварь. С коровами покончено. Теперь ты доволен? Очень хорошо. Теперь надо только дождаться сигнала. Ну, тогда желаю приятно провести время. Эй, разве ты не хочешь получить награду? Вот тебе несколько золотых. Кто ваш шпион? Он смешался с наемниками. У нас есть пароль. Да здравствует Окара. Если ты ему это скажешь, он будет тебе доверять. Да здравствует Окара! Кому пришла в голову такая чушь? Это была моя идея. Круто, правда? Окара — это наша штаб-квартира на севере Монтеры. Что лучше подходит для пароля, как не это? Отличный пароль. Тогда уж бегали бы прямо по городу и кричали: «Эй, я повстанец! Давайте, убейте меня!» Мне это как-то и в голову не приходило. Тупица!